Здравствуйте, мы на участке нашего клиента. Напомню, что мы строим два дома и начинаем с общего модуля. Еще две недели назад здесь была зеленая поляна, а сейчас фундамент будущего дома, умная плита, готова к заливке. А в следующем ролике я расскажу вам про этапы возведения фундамента. А сейчас расскажу о том, что такое вообще умная плита и почему дома бюро Горбунова мы строим именно на ней. Я не буду грузить вас всеми видами фундамента, но один из них – это бетонная плита. Она подходит не под все виды грунта, но у нее есть огромный плюс. Плита может размещаться максимально близко к земле, что подходит для наших паттернов. Причем в Европе придумали, что в бетонной плите могут проходить инженерные коммуникации и трубы. В России даже придумали этому термин – УШП – утепленная шведская плита. Шведы, конечно, об этом не знают, у них это просто плита. Но в УШП есть минус в том, что это всегда проект уникальный, индивидуальный. То есть коммуникации идут из точки А в точку Б. В бюро мы решили подойти к этой плите более системно. Свой проект мы назвали «умной плитой», и сейчас вы поймете, почему. Ее размер стандартный – 6 на 10. Первая идея, которая была заложена в эту плиту – названа красивым словом «инкапсуляция». Вся инженерная начинка прячется внутри плиты, оставляя внешнему миру только пользовательские интерфейсы. В версии 1.0 интерфейсы были в плите. В новой версии 3.0 пользовательские интерфейсы переехали в стены, что позволило упростить и удешевить плиту. Внутри будущего бетонного корпуса мы видим слой теплого пола, электрическую магистраль, слой водоснабжения, водопровода, отопления и канализацию. Здесь идея в том, что мы ничего этого не видим, но плита нам это обеспечивает. Таким образом, мы забираем большую часть забот об инженерном обеспечении дома. Наша плита предоставляет дому стандартные пользовательские интерфейсы, выходы воды и электромагистрали. При этом она греет дом и может передать тепло на второй этаж. Получается, что интерфейсы едины, а реализация дома – на плите может быть любой. Мы назвали эту фичу айтишным словом – полиморфизм. В каждой конкретной плите присутствуют не все интерфейсы сразу. Понятно, что в модуле 6 на 10 не нужно столько выходов, и закладывать под них всю начинку будет бессмысленно дорого. Но у нас стандартные места, и мы можем просто на этапе планирования включить или выключить нужные интерфейсы в проекте. Это позволяет быстрее проектировать стандартные модули. То есть мы выбираем только те интерфейсы, которые нам нужны. И можно выбрать еще те, которые могут понадобиться нам в будущем. То есть это то же самое Лего, когда у нас есть конкретные точки подключения, но вариации состыковки модулей может быть множество. Но функция умной плиты не только питание дома. Она позволяет пропускать через себя магистрали, это те самые вены и артерии, по которым идут инженерные коммуникации. И благодаря интерфейсам мы можем подключать плиты между собой. Всего их 16 штук, по 4 с каждой стороны, и они позволяют соединять плиты и модули друг с другом в этих местах, как через USB-порты. В каждом таком стыке предусмотрен выход для электрического кабеля, водоснабжения и отопления. Для горячей воды и отопления есть артерии подачи и вены обратка. Вода по магистралям постоянно циркулирует, чтобы весь дом грелся и в любой момент из крана потекла горячая вода. Эти порты позволяют соединять плиты между собой, причем новые плиты можно подключать в следующих итерациях. Кстати, что мне очень нравится, эти же стыки можно использовать для подключения уличного электричества и уличного крана в саду. Но это не главное. А главное, что из умных плит можно состыковать какие угодно конфигурации многомодульных домов. Модули можно стыковать как вагончик, один за другим, со сдвигом, можно бутербродом, стопкой, сэндвичем, Г-образно, крестом, кольцом. А главное, все это большие дома, которые можно строить поэтапно. И всю идею можно озвучить так. Думайте о большем, начните с малого. Мы тоже начали с малого, поэтому разработали на основе умной плиты стандартные модули – общий, технический и спальный. Стыковки плит в разных местах позволяют нам учитывать рельеф на участке, создавать дома разной формы, а также создавать разные виды на участке. И самое важное – это строить дом поэтапно.
Если подытожить, мы понимаем, что у каждого участка могут быть свои особенности, и у каждого человека могут быть свои потребности, а плита позволяет нам подстроиться под них. Если вы задумались о большом доме и запланировали стройку, приглашаю вас на бесплатную консультацию архитектора. Мы примерим дома Горбунова на ваш участок, проведем экскурсию по строящемуся шато и ответим на ваши вопросы. Чтобы записаться на консультацию, переходите по ссылке на экране или в описании к этому ролику.